Если в этом ролике будут проблемы со звуком, то прошу прощения и прошу меня извинить, потому что если где-то я не доработаю. Народ, всем здорово, с вами дядя Некит. Сегодня, как вы уже поняли, я приобрел себе футболку Спартака с моим игровым номером 7-7 и с английским Лукойлом. То есть она, как бы, грубо говоря, Лига Европейская. Если вам этот видеоролик понравится, поставьте, пожалуйста, лайк сразу, заранее. Это футболка нового сезона. Давно хотел выступать на киберспортивной этой всей фигне, системе, и хотел бы обратиться сейчас к руководителям московского Спартака. Я знаю то, что на Ютубе, Ютуб большая платформа, большая площадка, в которой участвуют разные лица. И хотел бы просто попросить хотя бы меня услышать, потому что я хочу связать свою жизнь с футбольным клубом «Спартак Москва». Знаю, это, возможно, будет звучать как-то глупо или тупо, но я бы хотел попробовать свои силы в киберспортивной системе «Спартака». То есть, как это будет выглядеть? То есть, я снимаю FIFA Mobile, и хотел бы быть киберспортсменом FIFA Mobile, чтобы я реально, как в FIFA Mobile, был бы киберспортсменом, ну, вы поняли. Просто хотел попробовать, и мне просто нужен опыт. Очень сильно хочу выступать за Спартак на разных платформах, еще раз говорю, на разной площадке, под разными никнеймами, если будет такая возможность. Сами знаете, болею я уже очень долго за московский Спартак, и почему бы мне реально не попробовать? Можно же дать человеку шанс. Шанс надо давать всегда, ну, а человек им должен как бы пользоваться. Ну, если меня не услышат, у меня не получится, то я не обижусь и буду еще сильнее пытаться взрослеть, как-то достигать каких-то новых целей и высот. На данный момент, на данном этапе у меня цель стоит до конца лета набрать 1000 подписчиков на Ютубе, что дает мне большой толчок к сентябрю. Если вы это набираете, я делаю для вас супер-мега-проект, связанный с футболом. Я его давно еще планировал, и я давно его хотел еще сделать. У меня никак не доходили до него руки, а сейчас, если наберете 1000, я полноценно сделаю этот проект. Так что, народ, прямо сейчас, вот, слушайте внимательно, набирайте здесь, как любит говорить Герман, 8 подписчиков и около 20 лайков за один день, то я выпускаю тизер или как-то вот что-то в этом роде связано к этому проекту. Если вы не набираете, то сори, придется ждать октября или сентября. Конец лета уже скоро, начинается новый сезон, там Лига Европы, все дела, Лига Чемпионов. И хотел бы реально попробовать Спартак представлять в сфере FIFA Mobile. То есть есть же киберспортсмены консольной FIFA, а есть киберспортсмены, наверное, мобильной FIFA. Вот я бы хотел стать киберспортсменом мобильной FIFA со Спартак. Почему бы и нет? Можно мне дать шансик какой-нибудь зацепиться, хотя бы какой-нибудь отбор. Так что максимально разошлите этот видеоролик, пожалуйста, прошу. Максимально, чтобы увидели его там все представители Спартака. Я знаю, что меня смотрит огромнейшая аудитория людей, которые именно смотрят и не подписываются. Так что именно ты, пожалуйста, сейчас подпишись, потому что 34% без подписки — это очень много. Ну и напоследок этому коротенькому видеоролику, обращению, хотел бы добавить то, что неважно, за какой клуб вы играете, неважно, какой вы человек, неважно, где вы, как, что, надо всегда как бы оставаться человеком и ни при каких обстоятельствах не вести себя плохо как-то или еще что-то. У меня, в принципе, есть возможность выступать, потому что я, в принципе, могу как бы попробовать. Меня никуда просто в последнее время не берут. У меня был шанс с мобильными фиферами играть за них, они распались все. Был шанс в Амкале играть, я по возрасту не подхожу. Был шанс, сейчас шанс, не знаю, получится или не получится. Если не получится, то, видимо, не судьба моей жизни что-то пытаться делать или какие-то отборы проходить. На этом все. Просто поставьте, пожалуйста, лайк. Не забывайте, 8 подписчиков и около 20 лайков за день. Я выпускаю тизер или первые инсайды к этому проекту. Этот проект вы знаете все, он у меня на канале уже был. И это очень давний проект, так что влепи лайк. Все, всем спасибо, всем пока. Кстати, забыл тебе руку пожать, братан.